بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. На прошлом уроке мы с вами сказали, что в аяте «Алам наджали л-арду михада» «Аль-хамза» «А» — это хамза тул-истифхам, это харф «Мабнию аля фатхин». «Лам» — это харф «Нафин» у «Джазмин» у «Кальбин» «Мабнию аля сукуни». «Наджал» — это фиулин мударион «Маджзуман билам» у «Алам тул-джазмихи ас-сукуну». وَإِنَّمَا حُرِّكَ بِالْكَسْرِ تَخَلُّسًا مِنَ الْتِقَاءِ السَّاكِنَيْنِ وَفَاعِلُهُ ضَمِيرٌ مُسْتَتِرٌ فِيهِ وُجُوبًا تَقْدِيرُهُ نَحْنُ الْأَرْضُ إِذَا مَفْعُولٌ بِهِ أَوَّلُ لِنَجْعَلَ مَنْصُوبٌ بِهِ وَعَلَامَةُ نَصْبِهِ الْفَتْحَةُ الظَّاهِرَةُ عَلَى آخِرِهِ لِأَنَّهُ اسْمٌ مُفْرَدٌ مِهَادٌ مَفْعُولٌ بِهِ ثَانٍ لِلْفِعْلِ نَجْعَلَ مَنْصُوبٌ بِهِ وَعَلَامَةُ نَصْبِهِ الْفَتْحَةُ الظَّاهِرَةُ عَلَى آخِرِهِ والفعل مع فاعله ومفعوليه جملة فعلية جملة فعلية ابتدائية أي استئنافية لا محل لها من الإعراب. Это был краткий повтор разбора. Мы сказали, что глагол نجعل здесь имеет два مفعول به, два прямых дополнения. Если мы скажем, что он здесь в значении صير حول, то есть превратил, обратил. Также сказали, что если здесь глагол جعل в значении خلق, создал, сотворил, то тогда слово аль-арду у нас будет مفعول به, прямым дополнением. А михадун это уже будет хальм, то есть обстоятельством образа действия. Разберем следующий аят «Валь-джибали аутада» – «А горы колышками». То есть разве мы не сделали землю ложем, а горы колышками? В разборе этого аята мы можем сказать, что «Аль-вау» – в словосочетании «Валь-джибали» – «Аль-вау» – это «Харфу атфин», то есть это союз, союзная частица, которая присоединяет стоящее после него имя или глагол к предыдущему, упомянутому первому. Следует упомянуть, что имя или глагол, стоящий после союза, получает тот же падеж, что и у имени или глагола, который предшествует этому союзу. Так, присоединяемое имя, стоящее после харф атф, то есть после союза, называют ма'туфун, то есть соединенный, присоединяемое. А имя, которое стоит перед союзом, перед харф атф, называют ма'туфун алей, то есть то, к чему присоединили. То, с чем соединили, стоящее после харф атфа, имя. Таким образом, мы говорим, что «Алло» – это «Харфу атфин» – союзная частица. «Мабнию аля фатхин» – с неизменяемым окончанием, с постоянным фатхом на конце. Про «Аль-Джибали» мы говорим, что он «Ма'туфун», то есть, что это имя – соединенное имя. То есть, «Ма'туфун аля-л-арды» – это имя, которое присоединено к имени «Аль-Арда». «Валь-Ма'туфу аля-л-мансуби» – «Мансубан мисну». А имя, соединенное с именем, которое поставлено в состоянии «нас», то есть в винительном падеже, так же, как и это предшествующее имя, будет поставлено в состоянии «нас». То есть имя, которое стоит после «аль-вау», перенимает падеж имени, которое стоит перед этим «аль-вау». «Ва'аляму-то насбихи» – признаком его «нас», признаком винительного падежа здесь является «аль-фатхату-зла-хироту» – явная «фатха», то есть видимая, произносимая «фатха», не скрытая «фатха». Аль-фатхату л-захирату аля ахирихи, то есть явная фатха над его окончаниями, то есть над последней буквой. То же самое мы можем сказать и про второе имя аутадан, что это имя ма'туфан, то есть соединено. Ма'туфан аля михадан, то есть соединено с именем михадан. Дальше уже идет повтор вышесказанного. То есть валь-ма'туфа аля мансуби мансубан мислюху, имя присоединенное к имени в состоянии насб, так же как и оно будет в состоянии насб, то есть в винительном падеже. وَعَلَامَةُ نَسْبِهِ признаком النسب в состоянии النسب, то есть винительного падежа в этом имени является الْفَتْحَةُ الظَّاهِرَةُ عَلَىٰ آخِرِهِ, явная фатха, которая проявилась над его окончанием. Значит, мы соединили посредством союза «аль-вав» имя «аль-джибала» с именем «аль-арда», который является первым мафульбихи, первым прямым дополнением. А второе имя «автадан» во втором аяте мы присоединили к имени «михадан», который является «мафуулин бихи танин» – вторым прямым дополнением. То есть соединили первое имя во втором аяте с первым именем в первом аяте, а второе имя во втором аяте со вторым именем в первом аяте. То есть первое к первому, а второе ко второму. Потому что здесь «амин», то есть фактор, один и тот же – это «начан». Поэтому такое соединение допускается. Есть еще и второй вариант и'раба, грамматического разбора. Это если мы скажем, что перед «валь-джибали аутада» имеется скрытый, удаленный глагол, наличие которого понимается с предыдущего глагола. В этом случае этот скрытый глагол «джа'альна», например, будет вместе со своим фа'алем, с действующим лицом, «джумлятун фи'алиятун» – глагольным предложением, которое соединяется с предыдущим предложением. И поэтому это второе предложение «валь-джибали аутада»
Так же, как и предыдущее предложение «Алям наджалил арду михада» будет «Ля махалли лаха минал и'раби». То есть оно не будет иметь места в падеже. А что касается этих двух имен «Аль-Джибали» и «Аутадан», то первый из них, то есть «Аль-Джибали», будет первым мафульбихи для этого скрытого глагола «джаль». А второе имя «аутадан» будет его вторым прямым дополнением, то есть «мафуулом бихитанин». На этом все на сегодня. На следующем уроке мы проведем подробный грамматический разбор 8-го аята «Вахалакнакум азваджа».